Привет, друзья! Сегодня мой с вами канал «Я и мой хвост», я его автор и ведущий Олег. Сегодня, друзья, у нас очередной подарок для канала «Я и мой хвост». Вот я вскрыл уже посылку, я, честно говоря, даже предположить не мог о том, что это посылка, это подарок нашему каналу. Ну, потому что я как-то не ожидал, мне никто не предупредил об этом. И тем более я ждал посылку из Китая, там на Алиэкспресс что-то я заказывал себе. Вот, и когда я вскрыл эту посылку на почте, сразу же убедиться, что там все цело, все в порядке, вроде как посылка с Китая должна была прийти. И там находился чай. Вот эта непонятная вещь для меня находилась. Вот я посмотрел, что какие-то, значит, сладости, восточные сладости. Вот такая вот коробочка. Я вообще, честно говоря, сначала не понял, от кого это, от чего это такое, что это такое вообще. И лежало письмо, в котором было указано, значит, о том, что это таможенники из Казахстана поздравляют канал «Я и мой хвост» с наступающим Новым годом, желают процветания всего хорошего всего на свете и дарят вот такой вот подарок. Ну, друзья мои, я, честно говоря, вообще не ожидал. То есть мой канал, собственно говоря, он для непрофессионалов. То есть я рассказываю, как выстроить, вы все знаете об этом, взаимоотношения между человеком и собакой. И мне вдвойне приятно получать такие подарки именно от профессионалов. То есть у нас немножко специализация разная, но принцип один и тот же. Мы ищем, наши собаки ищут, а мои собаки ищут пострадавших людей. Собаки на таможне ищут как бы уже какие-то запрещенные, значит, к провозу вещества, вещи там и так далее. Ну, я, честно говоря, я еще раз повторюсь, что я просто не ожидал, что мой канал смотрят профессионалы, мне от этого вдвойне приятно. Причем, вы знаете, как я обрадовался вот этому чаю? Вы просто не представляете себе, почему. Сейчас расскажу. У нас здесь как бы в Сибири не найти нормального чая. То есть чай, он пересушенный, тут люди не знают, что такое чай и так далее. Я очень много ездил, путешествовал в связи с тем, чтобы как бы работал в цирке, и вкус нормального чая я знаю. Вот. И однажды, значит, как бы, когда я первый раз приехал на сертификационные мероприятия, это было 2 года назад в городе Барнаул, да, там мы пересеклись с Натальей Томиловой, это кинолог из Казахстана, работает она в МЧС, и вот она привезла как бы казахский чай. Вот это, да, действительно, вот это вот тот чай, который еще в советские времена вкус мы пробовали, то есть такой хороший, такой реальный, нормальный чай. Ну, вот я сейчас заварил, пью тоже из подарочной, как бы, фирменной кружки. Ребята, ну это чай, конечно, с тем, что продается у нас здесь, это небо и земля. Вот это я сначала вообще не понял, что это такое, что это за косынка такая интересная. Ну, у нас тут сыр в таких продают, собственно говоря. С этим-то понятно, что это восточная сладость какая-то, тут типа халвы, значит, с орешками там и так далее. Вот. А вот это вот я не понял. А оказалось, это сушеная дыня. Это настолько вкусно, что вообще не передать. Я думаю, что мои девчонки оценят это с достоинством, так же, как и я, но я это оставлю, конечно же, на празднование Нового года для своих девчонок, то есть для Александры, моей соведущей, которую вы помните все, да? Ну и огромное спасибо, а вот это вот, еще вот эта вот штука, ребята, я тоже не упомянул об этом. В письме было указано, что в связи с тем, что мы знаем, сколько у вас проходит тренировок, и чтобы вы следили за своим здоровьем, эта штука называется фитнес-браслет. Причем очень хороший фитнес-браслет. Не буду его рекламировать, но то, что это фитнес-браслет классный, это я прочитал из интернета, я давно уже мечтал о таком. И прям вот я, ну действительно,
вот мне очень приятно, очень я благодарен всем своим зрителям. Я никогда не рассчитывал на такую реакцию, но мне очень приятно получать, тем более получать такие подарки именно от профессионалов. То есть Кемеровская служба спасения, Кузбасская служба спасения в лице кинолога меня передает огромный привет с наилучшими пожеланиями коллегам-кинологам, таможенникам из Казахстана. Заслужите доверие и уважение, друзья мои, и у вас все получится. С вами был канал «Я и мой хвост». Подарки из Казахстана. Спасибо.